Hey, бойцы, всем привет! Вы на канале Wunder, и с вами вновь Саша, он же Zotix. Сегодня мы говорим о подписках PlayStation Plus и подписке Xbox Live Gold, а также вайнах вокруг ежемесячных раздач игр. Досмотри видео до конца, это интересно. Поехали! Ребята, давайте посмотрим со стороны и представим такую ситуацию. Допустим, участник подписки PlayStation Plus или Gold статуса в Xbox Live в погожий весенний денек гулял со своей девушкой и вечером вернулся домой. Сделал все как полагается. Собрал тетрадки, учебники, кое-как математику типа решил, и вот пора за любимый компьютер, прежде чем сесть за консольку, погамать в пятую GTA-шечку с бро. Устроился поудобнее, открывает новости и понимает, что, о чудо, сегодня как раз анонс раздачи бесплатных игр по подписке. Смотрит списочек игр, и тут мы понимаем, что у товарища начинает дико бомбить. Тут с гневным криком: «Какого фига опять инди-игры дали, о-ло-ло!» Все изливается в комментариях к теме анонса. Так вот, друзья, раскроем весьма любопытную вещицу. Изначально, когда, к примеру, сервис PlayStation Plus только анонсировали и рассказывали о том, что он в себя будет включать, уже в тот момент основной задачей плюса поставили не только онлайн, а поддержку разработчиков инди-игр. И именно отсюда вытекают постоянные раздачи в основе инди-игр, а уже потом каких-либо крупных релизов. И не нужно забывать, что, к примеру, на консоли прошлых поколений уже вовсю раздается вплоть до 3А проекта. В то время как на Next Gen было бы глупо ожидать в рамках подписки игр вроде Bloodborne или GTA 5. Ведь плюс — это дополнительные плюшки и приятные бонусы. Никто вовсе не обещал раздавать игры по 4 рубля за штуку каждый месяц. На самом деле надо отдать должное, ведь каждый месяц нам дают 6 игр, 2 из которых на PlayStation 4, 2 на PS3 и 2 на Vita. По сути, достается каждой платформе, а это довольно неплохой бонус. Тем более, что касается сервиса в целом, помимо раздач игр, они обеспечивают игру в онлайне, в основной массе проектов, а также сохранение в облаке, мелкие плюшки, такие как автоматическое скачивание патчей к играм в режиме простое, ну и так далее. Бойцы, я лишь хочу напомнить, давайте наслаждаться играми, ведь каждый всегда найдет что-то, что подойдет именно ему. Мы тут, кстати, запустили очень классную рубрику, называется она «Потриндим», где рассказываем о уже выпущенных инди-игрушках, по 3 игрушки в каждой серии. В эти игрушки обязательно стоит поиграть и посмотреть, это интересно. Если тебе понравилось видео, то поставь лайк, расскажи друзьям и подпишись. Впереди еще много интересных игр и летсплеев, видео о том, как получить трофеи и достижения, а также классные статьи и обзоры. Кстати, есть странички в соцсетях, можешь следить за нами и там. На этом все, друг, успехов и пока!